Добавили деньги в бюджет. Депутаты законодательного собрания одобрили изменения в краевую казну, которые на рассмотрение парламента внес губернатор. Таким образом, расходы на социальную сферу из регионального бюджета увеличены на 11 миллиардов и к концу года составят 164 миллиарда рублей. Вениамин Кондратьев рассказал, что дополнительные средства пойдут на повышение зарплат бюджетникам, закупку лекарств, а также строительство школ и детских садов. Единогласно кубанские депутаты проголосовали и за сохранение краевых льгот для тех жителей региона, кто достиг 55 лет в случае с женщинами и 60 у мужчин. При достижении этого возраста они уже имеют право на льготы по транспортному налогу, на проезд в общественном транспорте, оплату за жилищно-коммунальное хозяйство. И я считаю это абсолютно правильно, потому что важен не сам закон как таковой, а важны его последствия. Насколько люди предпенсионного возраста, пенсионного, не ощутят на себе определенное бремя дискомфорта от того, что пенсионная реформа начала работать. Была проведена очень большая, качественная работа. То, что это необходимо создать подушку такую определенную, тот дискомфорт, который минимизировать его, а то, что это необходимо, это просто очевидно. Глава Белоглинского района привел страшные цифры, которые касаются Белоглинского района. На одного работающего приходится два неработающих человека. И эта ситуация не меняется, а усугубляется. В следующем году из бюджета края на поддержку различных категорий льготников, проживающих на Кубани, выделят 9 миллиардов рублей. Однако, несмотря на единодушие в принятии решений депутатами, во время сессии возникла дискуссия по вопросу расходования бюджетных денег. В некоторых районах почему-то не торопятся осваивать выделенные средства. Из-за этого срываются сроки строительства различных объектов. Вениамин Кондратьев предложил народным избранникам активнее следить за распределением денег и не бояться спрашивать об этом с чиновников на местах. Серьезная сумма у глав муниципальных образований снимается, у муниципалитетов, у глав, я бы сказал. Потому что на самом деле не смогли их освоить. А почему не смогли? Болезнь роста такая есть. Денег пришло столько, что они никогда в жизни их не видели. А в результате мы что не получаем? Получаем обратный эффект. Мы заявляем, говорим, люди ждут, в том числе муниципальных образований. А потом муниципалитет также возвращает эту сумму в бюджет, продержав как минимум точно уже месяцев 7. Вот таких героев в кавычках и муниципалитеты, и в крае, да, надо сдать в лицо. Тот, кто заявил, еще раз подчеркиваю, ничего не сделал. И не должны, может быть, они в следующий раз уже ничего делать. Поэтому, коллеги, активней в процессе контроля, в том числе за реализацией программ, за использование денежных средств муниципальными образованиями. В процессе именно подготовки, в том числе к сессии или работы, обостряйте эти вопросы, обостряйте, и проблем станет меньше. Чем больше мы будем взаимодействовать, в том числе с точки зрения контроля за качеством использования бюджетных средств, тем на самом деле они качественнее будут использоваться. Первая после летних каникул парламентская сессия оказалась продуктивной. Депутаты рассмотрели больше 70 вопросов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Вы в курсе, что расходы на социальную сферу из регионального бюджета увеличены на 11 миллиардов рублей и к концу года составят 164 миллиарда. Депутаты законодательного собрания края одобрили изменения в региональную казну. Здравствуйте, я Инга Габешия, и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Дополнительные средства пойдут на повышение зарплаты бюджетникам, покупку лекарств, а также на строительство школ и детских садов. Единогласно кубанские депутаты проголосовали и за сохранение краевых льгот для тех жителей региона, кто достиг 55 лет в случае с женщинами и 60 лет у мужчин. Меры соцподдержки, которые призваны смягчить пенсионную реформу, мы сегодня обсудим с начальником отдела назначения социальных пособий, субсидий и компенсаций Управления социальной защиты Центрального района города Сочи. И наш гость сегодня Наталья Ирская. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Понятно, что социальная защита не может отвечать за все льготы, но вы нам расскажите о том, что находится в вашей компетенции, какие льготы пенсионерам предоставляете вы, на что они могут рассчитывать. Не секрет, что пенсии на все не хватает, а именно пенсионеры у нас самые обязательные плательщики за ту же коммуналку. И есть ли какие-то льготы на эти платежи?
На сегодняшний день льгот предостаточно для льготных категорий и пенсионеров. В настоящее время по инициативе губернатора Краснодарского края продлен порядок предоставления отдельным категориям граждан по проезду до 2023 года. То есть на 5 лет будет работать этот порядок. Для пенсионеров льготных категорий также будут предоставляться справки органами соцзащиты для приобретения льготного проездного документа с льготной стоимостью. Тем, у кого пенсия ниже двухкратного прожиточного минимума. На сегодняшний день это 17 118. Все льготные категории пенсионеры все уже приобрели у нас справки и приобрели проездные документы, пользуются этой льготой. Поэтому сразу разъясняю нашим пенсионерам и льготникам по проезду. Предварительная работа по выдаче справок производится в соцзащитах по месту жительства в течение всего месяца, ежедневно, с 9 до 6, перерыв с часу до 2, пятница до 17:00, пожалуйста, обращайтесь, потому что у нас основная масса пенсионеров и льготников обращается, конечно, это в декабре месяце. И чтобы не было большого скопления народу, мы просим всех обращаться заблаговременно за этими справочками. Спасибо за подробности. Нашим пожилым сочинцам всегда важны все эти тонкости. Значит, по коммунальным услугам есть у нас постановление 761 правительства Российской Федерации по оплате за жилье и коммунальные услуги. Эти субсидии могут оформлять как пенсионеры, как льготники, так и семьи с детьми, все льготные категории. Что такое субсидия? Субсидия – это разница между максимально допустимой долей расходов граждан, которая у нас установлена в Краснодарском крае, 22% для всех семей, кроме многодетных. У многодетных эта максимально допустимая доля снижена до 15%. Значит, какие условия для назначения? Обязательно, чтобы были граждане Российской Федерации, пользователи или собственники жилых помещений. Обязательно, чтобы не было задолженности по коммунальным услугам, что немаловажно. Сейчас очень много обращений обращаются, и у многих есть задолженность. Но если есть соглашение о погашении этой задолженности, и гражданин его реализует это и оплачивает текущие платежи, и выполняет это соглашение, то он вправе обратиться за субсидией, никаких препятствий не будет. Вот. То есть я в начале разговора сказала про максимально допустимую долю расходов, и еще работает стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. В отопительный период выше, так как у нас отопление, и размеры оплаты, естественно, выше там чуть ли не в два раза, а на неотопительный период стандарт меньше. Вот. В отопительный период практически всем заявителям, которые к нам обращаются, субсидия назначена в том объеме, в котором полагается. Стоит сказать, что управление соцзащиты – это, наверное, то место, куда хоть раз ходил каждый житель нашего края. Потому что перечень вопросов, решаемых там, он касается обширного круга тем. И понятно, что вам приходится обрабатывать огромное количество обращений. Но с чем в последнее время к вам обращаются чаще наши жители? У нас категория граждан разная, и начнем мы, наверное, с мер соцподдержки для детей, для родителей. Первое, что мы сейчас работаем над федеральным законом 418, который вступил в силу с января 2018 года, опять же, по распоряжению губернатора Краснодарского края, по его инициативе, у нас усилена работа по разъяснительно-информационной работе. Работаем, начиная с перинатального центра, с нашего, работаем с ЗАГСами, работаем с женскими консультациями, с поликлиниками, с детскими, чтобы все наши семьи были достаточно усведомлены в
том, какие пособия они могут оформить при рождении первого, второго, третьего или последующих деток. Вот. В первую очередь, конечно, вот пособие, про которое я рассказала, это ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, родившего с 1 января 2018 года. Преимущественно, конечно, в первую очередь на это пособие имеет право мама, родившая первого ребенка, или папа по сложившимся обстоятельствам в случае, если мама лишена родительских прав или в связи со смертью мамы ребенка. Обязательно, чтобы было гражданство и у ребенка, и у мамы. Назначается это пособие по доходам. Доход среднедушевой семьи не должен превышать прожиточного минимума на трудоспособное население за второй квартал 2017 года. Составляет этот прожиточный 16 711. То есть, если в семье доход среднедушевой ниже, то семья может претендовать на пособие, которое составляет у нас 9 845. То есть существенное подспорье для молодой семьи, в которой родился ребенок. Что еще хотела сказать, что доход берется за предыдущие 12 месяцев обращению. Доход берется так же, как и семьи. У нас бывает ситуация, что устанавливают отцовство папочки, и мамочки, как правило, ну, не считают нужным предоставлять его доход, потому что они не в браке. Нет, законодательно это предусмотрено и прописано, что доходы берутся родителей. То есть обязательно. Назначение пособия осуществляется, если граждане обратились в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Пособие назначается за все 6 месяцев, то есть, ну, не ранее возникновения права. Если пособие, если обратились за пособием по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка, то пособие назначается с даты обращения. То есть теряют. Поэтому мы сейчас работаем усиленно, чтобы до конца года освоить все наши семьи, в которых есть первые дети. И выходим на все, на все средства массовой информации, стараемся. Хорошо. И на какие же меры соцподдержки могут рассчитывать наши многодетные семьи? Для многодетных семей тоже по инициативе губернатора все наши краевые законы работают в сторону, чтобы наши семьи становились многодетными семьями. И по тому количеству семей, которые состоят в нашем районе, и по качеству по материальной стороне вопроса мы видим, обрабатываем документы, и должна вам сказать, что семьи многодетными становятся не малообеспеченные, а достаточно состоятельные люди, то есть это очень радует. А какие у нас меры соцподдержки? Ну, в первую очередь, это ежегодная денежная выплата. Она составляет там в порядка около 4000 рублей в квартал, если трое детей, до исполнения ребенку старшему 18 лет. Это материнский семейный капитал, который на сегодняшний день у нас в размере 119 тысяч, которым можно распорядиться там, на улучшение жилищных условий, на обучение ребенка. Ежемесячная денежная выплата до исполнения третьему или последующему ребенку, которая составляет 10 с лишним тысяч, она назначается тоже по доходам, но доход там среднедушевой очень большой, там 22 тысячи на человека, поэтому практически все многодетные у нас проходят на эту выплату. Ну вот и субсидии по оплате за жилье и коммунальные услуги, где максимально допустимая доля расходов у многодетных – это 15%. Как правило, у них вся коммуналка субсидируется. Это тоже очень большая помощь для многодетных. Ваша работа в основном касается тех, кто старый, тех, кто млад. Какие меры соцподдержки гарантированы детям? Кому, проще говоря, вы можете помочь? Значит, у нас немножко разделение идет тоже по выплатам детям. У нас их очень много. Возьмем федеральные, то есть что мы исполняем по федеральному законодательству, это единовременное прирождение и по уходу, если неработающие родители, они обращаются по месту жительства в соцзащиту. Это
и краевые выплаты, то есть такие, как детское пособие в размере 197 рублей на ребенка, детское пособие одинокой матери 387 рублей, пособие военнослужащих по призыву, тоже с краевого бюджета. Также у нас есть компенсационная выплата на полноценное питание беременным женщинам, кормящим и детям в возрасте до 3 лет в размере 150 рублей. Также у нас есть специализированное питание в виде сухих смесей, которое мы назначаем до исполнения ребенку 6 месяцев. Вот специализированное питание и детское пособие, оно взаимосвязано, потому что спецпитание назначается только в том случае, если семья признана мало обеспеченной семьей, а это получатели детских пособий. То есть они должны подтвердить, что у них доход ниже среднедушевого прожиточного минимума в крае. И после этого мы назначаем это тоже, то есть питание, оно не из дешевых сейчас у нас детское, поэтому это тоже большое подспорье для деток края. Ну, пользуются люди, знают обо всем этом? Конечно, да, да, мы разъясняем тоже и педиатры в поликлиниках, то есть в первую очередь, которые дают это заключение. Этого. А теперь затронем грустную тему. В соответствии с законом Краснодарского края о погребении и похоронном деле в Краснодарском крае органы соцзащиты населения производят выплату социального пособия на погребение неработавших граждан, не являвшихся пенсионерами. Вот расскажите нам об этом механизме. Да, есть у нас и такие ситуации, когда нерадостные события происходят в семьях, и опять же здесь рядом соцзащита. Это пособие оформляется через наш орган по месту жительства умершего. В случае, если умер трудоспособного возраста гражданин, не работающий и не состоявшийся на учете в пенсионном фонде, то бишь не пенсионер, не инвалид. Вот, потому что как бы идет градация по этим законам распределения. То есть если это был работающий гражданин, умер, то есть ему выплачивается это пособие по месту работы через фонд социального страхования. Если не стало человека, который был пенсионного возраста, либо имел льготную категорию, там инвалидность, вот, то эта выплата производится через пенсионный фонд. А нам вот оставили вот эту категорию, которая обращается к нам. Перечень документов там невелик, там нужна справка о смерти, свидетельство о смерти и документ того человека, который будет оформлять это пособие. Вот, назначается это пособие, то есть обратиться за этим пособием могут не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. Ну, спасибо, об этих вещах тоже нужно знать. Ну и об адресной помощи и пособии малоимущим. Сколько можно получить и кто может на все это рассчитывать? Да, это тоже очень большой объем работы в нашем управлении получателей. Что такое государственная социальная помощь? Это когда граждане обращаются к нам, и доход в семье не превышает демографический прожиточный минимум на семью. То есть берется вот, там, пакет документов, там, паспорта, сведения о доходе, все это заполняется в заявлении, прописывается. И то есть мы сравниваем доход семьи с демографическим прожиточным минимумом по этой семье. И это разница, но не более там, 60%. Вот. И назначается она на 3 месяца, а следующее обращение должно последовать не ранее подачи первого заявления. То есть следующее обращение будет через 6 месяцев по отношению к первому. Вот. И когда граждане находятся в трудной жизненной ситуации, они, конечно, приходят, и мы предлагаем им именно этот вид помощи. Также по разновидности госсоцпомощи у нас есть это социальные контракты, которые мы тоже по которым работаем, предлагаем гражданам, которым полагается госсоцпомощь, выйти из трудной жизненной ситуации там, на улучшение там, какой-то работы в предпринимательской деятельности, для получения профессионального образования, повышения квалификации.
дополнительного. Вот. То есть это достаточно как бы существенная помощь и для семьи, которые могли бы воспользоваться этим и выйдет с трудной жизненной ситуации и скажет большое спасибо краю. А что это тогда за 808-й краевой закон о ежемесячной выплате отдельной категории граждан? Если раньше льготники у нас получали натуральные льготы, да, там был бесплатный проезд, там по предъявлению удостоверения, квитанции по коммунальным услугам приходили уже за минусом льготных денег, то есть они к оплате уже с учетом льготы оплачивали, то вот когда произошла монетизация, замена льгот в денежном выражении, то вот как раз у нас есть выплаты. Это компенсация на жилищно-коммунальные услуги всем льготным категориям, какие только у нас там есть в законодательстве. И согласно вот 808-го краевого закона, по инициативе губернатора у нас есть ежемесячная денежная выплата отдельным льготным категориям. Это ветераны труда, труженики тыла, репрессированные, реабилитированные лица. Ну и давайте поговорим и о компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт. Ну да, это одна из тоже больных тем наших, в хорошем смысле этого слова. Очень много граждан к нам обращаются с этим вопросом, и все хотят услышать, что они льготные категории там, в силу 70-летнего, 80-летнего возраста освобождены от оплаты. Но, к сожалению, закон трактует совсем другое, что это компенсационная выплата, и она, да, в силу возраста, там, достигших 70-летнего возраста, 50% компенсируется от оплаты за капитальный ремонт, а достигшим 80-летнего возраста 100% компенсация по оплате. Но, опять же, компенсация предоставляется старше 70-летнего возраста в случае, если, допустим, это льготная категория, если он инвалид, ветеран труда, он же получает уже 50% в силу своей льготы. И вот каждому пенсионеру, льготнику мы доводим, то есть производим распечатку с карточки, показываем, что вот да, вот видите, вот у вас 50% идет. То есть таким гражданам уже не надо. Объясняем, что этот закон работает как бы для граждан, которые на сегодняшний день не имеют льготы, да, достигли 70-летнего возраста, но у них нет ни ветеранства, ни инвалидности. Только возраст. Вот. Вот для таких граждан этот закон работает. И то там тоже есть нюансы в том плане, что граждане предоставляют нам документ о составе семьи, или мы межведом запрашиваем его, да, в этом органе. И гражданин должен быть либо одиноко проживающий этого возраста, либо в составе семьи иметь только пенсионного возраста членов семьи. Вот. И в связи с новым законодательством пенсионным, да, сейчас вносятся изменения во все там законы, порядки, постановления, где прикрепление идет вот именно к пенсионному возрасту. И понятно, что там с нового года этот закон будет работать, и чтобы в составе семьи были пенсионеры там, то есть даже если они еще на пенсию не вышли, но они достигнут там 55-летнего женщины, 60-летнего мужчины возраста, то понятно, что эти граждане 70-летнего, 80-летнего возраста будут иметь право на эту компенсацию. И опять же, по этой выплате не должно быть никакой задолженности, потому что, как правило, граждане не оплачивают за эту услугу и считают, что они делают это правильно. Но мы, в свою очередь, убеждаем, что как бы мы, как бы вам край компенсирует же, да, все выплаты, там, там, вплоть мы возвращаем там, не более, правда, 12 месяцев, но за год мы вернем хотя бы хоть какая-то компенсация. Ну, работаем тоже в этом направлении. Спасибо, Наталья Владимировна. Мне кажется, очень полезная и информативная беседа получилась вот для наших зрителей. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник отдела назначения социальных пособий, субсидий и компенсаций Управления социальной защиты Центрального района города Сочи Наталья Ирская. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире.